В обувном Трум-магазине новая коллекция туфель. Вау! Ты это видела? Они идеальны. О, да, юные леди. Это настоящий эксклюзив. А можно взглянуть эти на каблуке? Упс. Ого, вот это гига-каблук. Извините, сэр, мы случайно. Увы, мисс, придется их купить. Что ж, делать нечего. Вы принимаете наличные? Да уж, придется привыкать к каблукам. А теперь можно и в кино. Извините, ход с едой запрещен. Как же так? Эй, Джул, у меня есть идея. Немного двустороннего скотча. И каблуки можно использовать как тайную переноску вкусняшек. У нас с собой ничего нет. Да-да, ни одной шоколадки. В таком случае проходите. Ну надо же, сработало. Итак, приступим. С чего бы начать? Пожалуй, с чупа-чупса. Вау. Эй, девчонки, я возьму батончик. Вкусняшка. О, да, сладостей хватит всем. Спуститься по лестнице на гига-высоких каблуках – настоящая пытка. Ну и ну, одну минутку. А что если превратить сумку в подушку-сидушку? Ох, хоть бы все получилось. Ю-ху! А так и правда намного быстрее. Балет на гига-высоких каблуках – это тот еще челлендж. Ой, мамочки, пока Джулия растягивается у станка, Эшли постигает азы йоги. Надеюсь, каблуки не нарушат мой дзен. Гранд Батман! Упс! О, нет, я застряла. Ауч! Что это было? Гига-каблук против станка. 1-0. Эшли, уходим. Подожди меня, Джул. Ой-ой, а это не так просто. Похоже, йога на каблуках тоже отменяется. Эй, Джул, я тут. Отличная погодка для пикника. Уже бегу. Ого, кому-то явно не хватает твердой почвы под ногами. Еще немного, еще чуть-чуть. Я тебя ловлю. О, ты не ушиблась. Спасибо. А это тебе. А знаешь, эти гига-каблуки не такие уж и удобные. Да, подруга, уж я тебя понимаю. Только полюбуйся на эту клумбу. На гига-высоких каблуках можно взглянуть на привычные вещи под новым углом. Я не дотягиваюсь. Ну уже. Давай. Ну почему мой шкафчик в нижнем ряду? Но Джулия просто так не сдается. А если вот так? Почти. Это уже не смешно. Главное держать баланс. Вот так. А что если зайти с другой стороны? Кто придумал такие низкие шкафчики? Ауч! Финита ля комедия. Надо бы покончить с этим раз и навсегда. Отныне мои вещи будут лежать здесь. Джулия, ты гений. Да уж, что для гига-каблуков плохо, то для высоких в самый раз. А теперь закрой глаза. Вуаля! А вот и подарок. Вау! Я всегда мечтала о скейте. Самое время прокатиться. А может лучше снять туфли? Пустяки, я в норме. Эй, ты куда? Я еду! Остановись, Джул. Оу, газировка. Ее нужно оплатить. Похоже, эту экстремальную натуру ничто не остановит. Берегись, там барная стойка. О, нет, да я в порядке. Спасибо, Эшли. Это лучший подарок на свете. О, ведерко со льдом. Лучший способ охладить напиток. Как вкусно. Как же я устала ходить на этих ходулях. От гига-высоких каблуков ноги просто отваливаются. Бедняжка, не хочешь освежиться? Газировка? Ну уж нет. У меня есть кое-что получше. Какое блаженство. Я мечтала об этом весь день. Фу! Так это твоя ванна для ног? О, нет, только не это.
О, вечериночка! Обожаю танцы. Потанцевать на высоких каблуках не так уж и сложно. Ауч, полегче, леди. Смотри за своими каблуками. Да ты что, издеваешься? А вот и Джулия. Вы только взгляните на ее высоченные каблуки. Ну уж нет, с меня, пожалуй, хватит. Что это с ними? Они просто нам завидуют. Да ну и ладно, давай веселиться. Ой-ой, да что же это такое? Упс. Джул, похоже, эта вечеринка тебе не по размеру. Ты слишком высока для всего этого. У Эшли сегодня очень важный день. На первом свидании нужно выглядеть идеально. А ты знала, что кудри можно завивать на карандаш? Скажешь тоже. А все мои плойки, похоже, не работают. Карандашей нет. Зато гига-каблук всегда со мной. Давай-ка я тебе помогу. А ты уверена, что лайфхак сработает? Вот мы это сейчас и проверим. Скорее, мне уже не терпится взглянуть. Вау! Даже лучше, чем я думала. Какая милая кудряшка. Джул, ты просто гений. Это все мои чудо-туфли. Готово? А теперь беги скорее на свое свидание. Ура! У моего краша просто нет шансов. Добро пожаловать на тренировку вместе с Джул. Сегодня я покажу вам, как надо подтягиваться. А теперь крупные планы, Эшли. А слабо подтянуться без рук хотя бы разок. Тренируйтесь вместе со мной. И тогда вы сможете так же. Еще бы. Ведь на гига-каблуках это проще простого. И снято. А теперь выкладываем. С ума сойти. Я тоже так хочу. В местном парке развлечений очень строгие правила. Добро пожаловать, мисс. От придирчивого роста метра не скрыть ни одного сантиметра. Мне уже не терпится покататься. Увы, мисс, ваш рост слишком высокий. А вы еще не доросли до каруселей. Но расстраиваться рано. Всего-то нужно сменить каблуки. Идеально. Эй, мистер, пустите нас в парк. Что ж... Проходите. Похоже, мы снова на высоте. В здоровом теле здоровый дух. Без поддержки не обойтись. Эй, Джул, мне нужна твоя помощь. Кардио на гига-подошве? Почему бы и нет? Уже бегу. Ничто не предвещало беды, как вдруг... О-оу, кажется, я застряла. Ого, а может, не стоит? Еще как стоит. Пустяки, не обращай внимания. Но ты уверена, ведь с набойками-ковриками я стала еще выше. 6, 7... Все, я больше не могу. И это все? О, я еще не каталась на велотренажере. Алло? Да? Да, это Эшли. Мамочки, я падаю. Оу, помогите. Ну надо же, вот это поворот. Джулия, убери свои острые каблуки. О, Эшли, а зачем ты завернулась в ковер? И снова вы опоздали на урок. Простите, миссис Уильямс. Это все из-за каблуков. Эшли, кажется, я забыла пенал. Ты думаешь о том же, о чем и я? Будем рисовать каблуками. Вот так. Проще простого. Похоже, что стук каблуков действует кому-то на нервы. А ну, прекратите стучать. Извини, но мы уже почти закончили. Миссис Уильямс, скажите им. Это еще что за новости? Покажите ваши работы. О, какой необычный стиль. Браво, девочки. Что там у нас дальше по списку? О, мои любимые хлопья. Здесь бы явно не помешали гига-каблуки Джулии. Оп, поймала. О, нет. Нет, пожалуйста, остановитесь. А вот и Джулия. Нужно купить хлопья на завтрак. О, вот же они. Эй, я первая их нашла. Ты меня напугала? Пожалуйста, увези меня отсюда. Нет, домашним тапочкам. Да, высоким каблукам. Настало время утренних процедур. Но есть одно небольшое но. Даже на высокой подошве Эшли не дотягивается до зеркала. Ну что ж, не беда. Сейчас мы это исправим. Опля, приступаем к уходу. Прекрасно, как всегда.
А вот и Джулия со своими бьюти-девайсами. А что случилось с зеркалом? У нас что, поселились гномы? Нет, так не годится. Повесим-ка все на место. Кто тут красотка? Джулия, ну что еще? Зачем ты перевесила зеркало? Оно висело слишком низко. А я очень высокая. Смекаешь? А ну не трогай. Кому говорю? Ну и пожалуйста. Эй, а это идея. Извините, мисс, как вам такое? О, не делай так больше. Кажется, подруги нашли компромисс. Да здравствует красота. На высоких каблуках уверенность Эшли зашкаливает. Теперь-то точно получится заказать любимый коктейль. Мне, пожалуйста, клубнику со сливками. Но, похоже, ее не слышно. Вы меня игнорируете? Эй, я хочу сделать заказ. А? Кто здесь? Наверное, показалось. Я здесь, внизу. Коктейль, клубника со сливками. Макароны? Да вы издеваетесь? Да уж, похоже, сегодня не мой день. В ветреную погоду нужно быть начеку. А что это у тебя на ногах? Гига-каблуки тоже нуждаются в тепле. Выглядит странновато. Бррр, почему так холодно? А знаешь, не такие уж они и нелепые, эти твои гетры. К счастью, я взяла с собой еще одну пару. Вот, держи. Ты права, так гораздо теплее. Кто знает, может, мы создадим новый тренд? Если честно, эти каблуки уже порядком надоели. О, понимаю, ноги будто чугунные. Все бы отдала за пару удобных кроссовок. Вау, какие красивые туфельки. А можно померить? Эшли, похоже, я знаю, что делать. Честный обмен. Спортивная обувь. Вот оно, настоящее счастье. А теперь бежим, пока они не передумали.